улица Магнитогорская. Слева за проезжей частью находится 11 квартал. Ну, справа вот тут всякие государственные учреждения. Здесь вот остановка 11 квартал автобусная. Там вглубь находится отделение полиции. Еще с советских времен эта милиция существовала. Это все Майкудук. Причем это новый Майкудук. Здесь вот четырехэтажные дома. Вот это вот учреждение. Специальная школа. Школа для детей-инвалидов, по-моему, с ограниченными возможностями написано. Это Майкудук. Новый Майкудук, если вот так. Проезжая часть. Тополя тут не срубили. Наверное, детям они не мешают. Улица Магнитогорская.